Братья и сестры, здравствуйте. Перед нами священная книга, собрание священных книг, книги, Библия. И сегодня мы поговорим, начнем разговор о гимнах апостола Павла. Дело в том, что Павел в своей проповеди по части вдохновения превосходит эпистолярный жанр или там прямое назидание, бывающее иногда сухим у любого проповедника. Морализаторство, значит, и вторгается в область духа, где становится поэтом. Он какой-то пророческо-поэтический дар такой открывается в нем. И некоторые его кусочки проповеди, значит, из его эпистол, этих посланий, они буквально достойны того, чтобы быть названы гимнами и заучиваться почти как стих наизусть, потому что в них концентрированно и красиво выражается та или иная глубочайшая и гениальная такая вот сторона христианского благовестия. Например, гимн любви из послания к Коринфянам 13 главы, там «Любовь долготерпит, милосердствует», его нужно просто знать как «Отче наш». И вот сегодня мы начнем эту тему, пойдем по Библии в ближайшие дни. Вот в послании к филиппийцам есть такой гимн, мы читаем его на праздниках, посвященных Богородице, о Христе. Я прочту его весь. Вот, в славянском языке и в греческом он почти как стих. Это, собственно, его в нем усматривают такое стихотворное разбиение по ритмам. Христос, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил Себя послушным, быв даже до смерти, смерти крестной, посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Это действительно гимн. Если распеть его, речитативно произнести его или даже на музыку положить, он будет петься, как поются очень многие. Значит, у того же Павла, кто нас разлучит от любви Божией, например, из римлян. Это вторая глава послания к филиппийцам. В этом вдохновенном пассаже, таком этом кусочке проповеди, Павел говорит о Христе как о том, кто добровольно унизил себя, который имеет равную с Отцом славу и не хищением захотел быть равный Богу, когда воплотился. То, что сделает Антихрист, он восхитит себе власть, которую не имеет по природе. Он захочет быть тем, кем не есть, захочет казаться, а не быть. То, что вообще вроде человеческом распространено, когда человек надувается и хочет выставить себя не тем, кем он есть, а чем-то другим, гораздо большим и высшим. Христос поступает совершенно противоположно. Он, будучи во образе Божьем, не хищением восхищает равенство Отцу, но себя умалил и принимает образ раба. И принимает смерть, смерть крестную, смиряет себя даже до смерти. Причем смерти крестной, то есть позорной смерти. Смерти, предназначенной для злодеев, богохульников, убийц. И для самых отъявленных грешников это была именно смерть отъявленного, отпетого злодея. То есть все грехи тяготеют на нем, когда он висит на кресте. Все грехи мира. И посему за это смирение, за это глубочайшее схождение в тайну страданий, Бог его превознес и даровал ему имя выше всякого имени. Вы же помните, да, что имя Иисус – это имя, которое с любовью произносимое, спасает человека от всякого зла. Это имя, которое является мечом против видимых и невидимых врагов, и имя, которое является лекарством для нашей больной души. Именем Иисуса бей супостатов. «Лучшего оружия не найдешь ни на небе, ни на земле», — говорит Иоанн Лествичник. Это пластырь на душу человеческую. Нет другого имени под небом, им же подобает спастись. Поэтому Бог за смирение своему Сыну дает имя Иисус Христос, которое выше всякого имени. И во это имя поклонятся перед Ним все колена небесных и земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус во славу Бога Отца. Будьте любезны, дорогие христиане, найдите сегодня 10 минут своей жизни, откроите немножко от суеты, от всего остального. Найдите в Библии филиппийцам послание, 2 глава. Попробуйте 2, 3, 4 раза прочитать, как будто бы резцом по алмазу, глубоко начертать в себе несколько мыслей на сердце своем. Потому что эти гимны, вот такие подобные, такие вдохновенно-поэтические откровения о Господе, они буквально наравне с символом веры, запечатленные в сознании, дают человеку пищу. Пищу неоскудеваемую, такую манну неисчезающую, для того, чтобы ты всегда, пребывая в Слове Божьем,
знал, в кого ты веришь, во имя кого крещен и на кого положил свою надежду. Что Христос – надежда наша. А других надежд у мира нет. У мира нет других надежд. И у мира нет другого судьи. И судья наш, и надежда наша – Иисус Христос. Филиппийцам, 2 глава Филиппийцам. Да, а дальше мы там будем подбирать еще подобного рода гимны, для того, чтобы, заучивая их наизусть, вы всегда имели с собой Слово Божие. До свидания.